Самое интересное до конца дойти. В конце карты там, в правую сторону. Там какая-то галерея есть целая. Да, там есть галерея. Конечно, вон туда это, дальше сырой грот, но это. Или уже там идет. Ты фоткаешь уже? Чем дольше мы ждем, тем сырой грот становится. С людьми как-то колорить в пещеру получается. Без людей непонятный набор камней. Но люди тоже постепенно превращаются в камни. Ну да. Очень медленно, правда. Очень медленно, смотри, по цвету уже стали потихонечку походить. Зашли вроде дни были, сейчас больше на камни смотрим. Неделю так поживешь в пещере, больше неделю. Некогда смотрели. Смотри. Уже поздняк. Куда все ушли? Ой, как там интересно. Привет. Через ту дырку, да? Да. Все там? Да, да. Красавчик. Чего? Скажи, что силы за это. Она уравновешивает этот камень, она толкает его вверх. Прикольно. А мышки так прикольные. Здесь, парень, если, хорошо идем. А если с кулака по ней дать ее сразу? Здесь где-то, да? Размазить. На развивку. Злобный ты, блядь. Вот это колонна. Есть маленькая. Вот это? Да, вот это, ну, похоже, да. Колонна. А еще вторая, где колонна? Вот, раз, два, три. Что, пойдемте? Ну, да. Анна, ну вот как раз мы и стоим здесь. Вот сюда и сюда получается. Только из-за того. Пойдем сейчас вот так. Вот сюда. Ну что, двигаемся дальше. Двигаемся. Ведро биофизики, классно. Прикольно, знаешь. А это не то, что ли? Когда еще башку такая есть широкая дырка. Ребят, там тут есть такая узкая вообще дырка, через которую там, вот она как полудышка, да? За стенкой еще туда. Они в тупик пошли, как бы, вообще вернуться. Куда? В тупик. Мы сейчас вот здесь стоим. Мы должны туда идти, они сюда ушли. Они сейчас здесь походят. Да нет, там. Нет, они здесь выход. Вот сюда вот идти. Сюда, да, они могут. Мы до сюда дошли, и мы здесь стояли сейчас. Там тупик. Что означают черточки и галочки? Скорее всего, камни. Вот черточки, смотри, вот это условное обозначение. Все, что есть. Плиты, колонны. Че это? Че это? Камера. Клево. HD. Ну, ночью хорошо сняла. Здесь непонятно, что такое черточки. Это... Галочки — это плиты. Они сейчас далеко до туда уйдут и обратно. Да. Но они там прилично уйдут. Да нет. Они дойдут до вот этой круглой хрени. Может быть, стоит сходить посмотреть, что это за круглая хрень? Где? Вместе с ними. А это, наверное, второй вход, не? Вот этот он имеет в виду, да? Где вот это? Вот круглая хрень. Вот он с краю, вот. Нет, да, вот это. Нет, это еще до второго далеко. Ну, пойдемте, дойдем, посмотрим. Я думаю, это обвал какой-то. Он такой интересно нарисованный. Да, чужой грязный, да? Я прям чувствую, как она мокрится. Ну,
что, вытерли? Ну да. Не, ну а как? Уголь справа части не до кишки. Вы до круглой хрени-то дошли уже, нет? А что это будет? Слишком много предметов. Так, здесь хода нет. А телевизор, кстати, на карте смешно, нету. Там через телевизор ход дальний был там. Да! Ничего. Никуда. Нет, это мы сейчас стоим у развилки, там тупик, а они пошли туда. Туда они пошли. Тут параллельно, наверное, в тракт. Завал. Пойдем назад, там проще идти. Нет, там вообще завал. Да? Да. А вот сюда. Они туда пошли, и там, там тупик, если они туда пошли. Туда. Вот по этой веревке. Они полностью сейчас разворачиваются к Волге опять. На юг. Мы сейчас вот где-то вот здесь, вот в этом месте. Ну вот нам бы надо туда. Нам вот надо туда. А здесь вот этот тупик. Ага. Потому что здесь просто нет больше проходов. То есть мы сейчас либо сюда идем, в один из этих двух. Ну, а вон сюда, к этой круглой хрени. Сюда, да? Собирать, да. Да. Вот она, череда колонн. Круглая хрень, это не круглая. Вот это ли круглая хрень? Вот где-то здесь она должна быть. Ой, давал. Мне кажется, это явно вход был. Когда? Может быть. Ну вот один тут завален. Вот он, вот этот вход, да? Похоже, да, на вход? Mm. Или это обвал? Вот, смотри. Похоже вот на это? Ну, может быть. А круглая хрень тогда, это что, вот это? Круглая хрень? Вот она. Где-то тут. Вот она. Вот она, большая титька. Или что-то в этом роде. Вот они, смотри. Вот это круглая хрень. Ага. А они сейчас пошли вот туда дальше. Мы сейчас вернемся просто опять к этой. Ну, конечно. Туда же, где мы и начали. Все правильно? Ничего, серьезно, в лагерь? Хер знает. Мы вернулись к этому, к шкуродеру. Это вот этот квадратик, что ли? Да. Мы вернулись к шкуродеру. Мы вернулись к шкуродеру, что ему будете рассказывать? Иди сюда, вот здесь покажу. Вот она. Вот дырка, в которую вот дырка. Вылезали. Ну, правильно. Кишка. Мы куда идем-то? В Марину? Вот кишка, вон он, коврик висит. Что мне будете рассказывать? Ну да, вот круглая хрень была. Вот круглая хрень. Идите сюда все. Сюда все. Че, обратно через дырку? Балбес.
Вот мы сейчас вот тут стоим. Мы вот ну, так да. вот обошли. Ну, я же говорю, мы наоборот пошли. Вышли вот сюда. Сейчас вот конечно. Сюда. Ну, а надо было поворачивать там вот на том Кирилл. Перекрестке, вот что? Сюда. Подожди. Мы вот тут стояли, вы ушли. Вот, ну. Так, пошли сколько нас попадем, Кирилл? Подождите. Посчитаемся. Кирилл, давай посчитаемся, во-первых. Подождите, там еще видно. Они вылезли все? Лезьте обратно. Я потихоньку начинаю ориентироваться. Это за клюха заведет такую. Так злобно. Теперь он не то и не дрожит. Пока он не встретил настоящего белого спелеолога, который не сказал, что нет, это я белый спелеолог, а ты завтра белого спелеолога. Ну все, отлично, теперь это покрасил его белым. Фиксировал. Фиксировал, да. Помнишь, на Масленице приходили ребята белые? Ну все в белом такие. Кукулслан, что ли? Типа того, вот реально белый спелеолог, у них все. Ну все белое, просто еще на рюкзак белая накидка была. Но нет, не было. Они просто белые два костюма были. Когда за реально полностью белые костюмы. Медицинский, наверное, одноразовый. Малярный который, да, одноразовый. Вообще прикольно, кстати. Просто гласил, видел, собственно, все. Ну что? Давайте сориентируемся, пойдем куда нужно. Давайте, я предлагаю поменять Сусанина. Туда. Давайте я поеду. Я предлагаю больше не доверять этим троим, четверым. Нам нужно в крайне правую часть город фигур, правильно? Да, город фигур надо попасть. Вот у нас там есть человек, который хорошо ориентируется где-то. Я попытался, да, я по крайней мере понимаю, где мы находились последние минут 15. Пойдем. Везде нас Сусанин, везде нас герой. У тебя борода есть. Единственное, что мне кажется, что карты нифига не в масштабе. Сусанин, помни, мы не поляки. Только помни, да, что мы не поляки. Я считаю, что мы неправильно повернули направо. Да. Направо. Да. Я считаю, что нам нужно сюда налево. Вот там вот круглая хрень. Налево надо идти. А нам надо идти. Да, 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 сюда. В кафедру физики заходим. Сюда вот. Не. Больше некуда идти. То есть вот это тупиковая, да, фигня? Мне кажется, вот она идет. В грот сырой, веревку. Мы сейчас вот тут стоим. Надо либо туда идти. Ну, нам нужно на. Где у нас север? Вот север. А, север там, да? А, вот это куда направление? Ну смотри, давай пройдемся сюда, если там будет грот сырой, значит все в порядке. Там должен быть грот сырой. Да, идем, там кричат люди. Там грот сырой? Да, сырой. Мне кажется, опять не туда все ломанулись. Ну ладно. Я предлагал от сырого так идти, и мы вышли бы. Зачем мы пошли сюда, непонятно. Вернулись. И, грубо говоря, вот к Марине хорошо, там чисто просто по комнату идешь от второго. И все. 200 метров, да. А-а-а, это ждал, получается. Ждал. И... А мы опять в другую сторону. Вот. Ну да. Вообще. Ну а смысл было ждать? И пошел к комнату. Сырой где там отмечен? Сырой уже были. Я оттуда он пришел. Сырой. Вот сырой, вот нам через него надо как да, раз... Да, и нужно было к Марине хорошо. А вот это получается как раз выход из кишки, по идее, да, должен не знаю, быть. Откуда там. Теоретически. Просто смысл туда-сюда вот. Ходить было. Ну, прогулка. Полезный диалог. Вот он, грот сырой. Идем тогда, вон. Сейчас будет грот веревка. О, как тут капы. Вот это, по идее, грот веревка. Написано? Нет. На стене. Нет. Ничего. Есть, вон написано. Веревка? Да. Все, отлично. А. Следующий какой там? Марина, хорошо? Нет, следующий будет Н тенки. Все.
Все, идем по...